Добрый день, капитан, все, документы ваши будут забрать. Площадь Мичурина – обеденное время. Солнце в зените, а значит, самое время для охоты на тонированное авто. Полностью темные стекла машин вне закона, хотя, понятно, визуально здесь не определишь. Именно поэтому на каждом замере работает тоуметр. Пропускание света стекол этого авто инспекторов не впечатляют. 13,5, 13,7. За тонировку, как в бункере, это когда светопроводимость ниже 70%, штраф 500 рублей. Впрочем, самые понятливые могут отделаться предупреждением. Если, как в этом случае, водитель без споров срывает пленку самостоятельно. 5 минут бытового вандализма и счастливого пути. Тем, кого штрафуют, автоинспекторы выдают предписание удалить пленку в течение суток. Нарушителей же обещаний ждет наказание серьезнее денежного. При следующем факте выявления этого же правонарушения водитель будет привлечен к административной ответственности за неисполнение законного требования сотрудника полиции, которое рассматривается уже в судебном порядке. Максимальное наказание, которое предусматривает административный арест, до 15 суток. В интернет-сообществе автомобилистов новости о рейде обычно распространяются очень быстро. Наверное, поэтому после массовой остановки сверхтонированных авто поток машин на площади Мичурина значительно поредел. Наверное, поехали в гаражи для самоочищения. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».